Привет, народ. А мы тут идем по полю и несем здоровенный трафарет в пакетах. Куда идем, сейчас расскажу. Меня пригласили порисовать на один местный фестивальчик. День города, все дела. В роли поверхности у нас сегодня стретч. Никогда до этого не рисовал на нем. Попробую. Думаю, будет интересно. По теме не ограничивали, и я выбрал вот такую вот мадам. Такая, а-ля киберпанк-азиаточка. Это самый крупный размер, который я могу скрафтить в своих подвальных условиях. Где-то 2 на 2 метра, может чуть больше. Видите, даже полностью не помещается. Что-то я, да, это, переборщил. Сразу хочу сказать, что такая пленка очень неустойчивая. И даже если ее туго натянуть, она все равно прожимается. Это создает некие трудности при работе с трафаретами. Но я к этому был готов и сознательно принял этот челлендж. Мало кто знает, но за свою жизнь я успел немного поработать преподавателем. Как раз в этом ДК. Вел занятия по трафаретной живописи. Собственно, поэтому меня и позвали. У тебя еще 40 минут? Были кое-какие временные ограничения, но объективно я в них не укладывался. Как потом оказалось, это не критично. Но я все равно поспешил приступить к работе. Воспользуюсь защитой дыхательных путей. Хоть и не часто ей пользуюсь, но в этот раз решил напялить. Дабы показать подрастающему поколению, как это должно выглядеть в идеале. Чтобы не нанюхаться краски по неопытности. Организаторы предоставили все нужные материалы, в том числе и красочку. Это очень кстати, потому что последний тотем забрал у меня все запасы. Самоизоляция позади, и магазины потихоньку начинают функционировать. Самое время пополнить творческий арсенал. И у меня для вас есть отличный варик, как это сделать наиболее выгодно. В художественных магазинах «Арт-квартал», где я, собственно, затариваюсь, при использовании моего промокода «КАДАМА» вы получите 10% скидку на все позиции, которые вам нужны. Краски, кисти, маркеры. Там огромный выбор всего-всего. Так что залетайте в описание, там ссылочка на магазин, и выбирайте все, что вам нужно. Скидка 10%, блин, на дороге не валяется. Давай, короче, эти перчаточки дам, ты мне поможешь это все распрямлять. Ну а мы тем временем приступаем к самому вкусному. Заливаю основные фрагменты подходящими цветами. Из-за того, что стретч весь такой морщинистый, краску лить приходится под разными углами. Это первый момент, который мне не понравился. В дальнейшем выползет еще парочка, ну, обо всем по порядку. Маркером я разметил, где находятся элементы, которые нужно залить разными цветами. Раньше так не делал. Но это удобно, считай, с первого подхода заливаю всю площадь нужными цветами. С минимальными погрешностями. И даже если залезу туда, куда не нужно, трафики все расставят на свои места. Спецом кое-какие детали не дорезал, чтобы не растерять их по дороге. В полевых условиях выбираю, на мой взгляд, самые важные детали. То, что должно сделать эту работу. Очертания лица, губёхи и нос. И здесь вы можете наблюдать наглядное преимущество больших трафаретов над маленькими. Даже если я кое-где отойду от намеченных линий, по финалу в таком размере это не будет заметно. Соответственно, можно увеличить скорость выборки. Да и вообще большие работы, на мой взгляд, выглядят более эффектно. Круто, что на пленке краска высохла просто моментально. Даже ждать не пришлось, мы сразу погнали второй слой. Штаны! Штаны! Кто любит носить штаны? А это что получается? На работу нам выделили 1.5 часа. Но по итогу все заняло целых 3. Что, Володька, 12 минут уже. 12 минут? 12 минут. Это же куча времени. Кто какое-то время уже следит за каналом, наверное, помнит этого рыжего парнишку. В октябре 19-го он участвовал в одном нашем стрит-арт-проекте. Кто не в теме и не видел, что ж, напрасно.
подсказочки вылезли. Вот, ознакомьтесь. Его зовут Антон. Он помогает мне возиться с этим трафаретом с самого начала. И сейчас благополучно ассистирует. Пора частично снять отработанные трафики. И тут я столкнулся с еще одной проблемкой. Малярка, на которой все держалось, отрывается вместе с краской. Не скажу, что это критично, но неприятно точно. Со стеной бы такого не случилось. В принципе, не беда. С банки все можно будет потом подкорректировать. Эксплуатация молодежи. В этот раз попробовал использовать сразу две заготовки. На этой вырезаны все важные мелкие детали. Кстати, мне понравилось. Хоть и бумаги в таком случае уходит в два раза больше. Ну, зато удобнее. Снимает нас сейчас Ксюшенька. Она сегодня без своей зеркалки, чисто на экшене. Я вырезал все нужные линии, чтобы потом по ним пройтись маркеросами и кистями. Отконтурить все более жирно. На этом трафике у меня еще рефлексы и блики. Работа с трафаретами подходит к концу. И уже по традиции завершаю ее на глазах. Аккуратно снять, сейчас ножиком даже подъем. Ой, ты кому-то дрался, боролся, жизнь и смерть. У него такие... Почти так и было. Обычно я с отработанными трафаретами не церемонюсь, но в этот раз ситуация другая. Мне кажется, я не до конца раскрыл весь его потенциал. Уверен, что можно лучше. Но так как это мой первый опыт работы на пленке, будем довольствоваться тем, что получилось. Аккуратненько добиваю все изъяны и уделяю внимание контурам. Для меня лично это гиперважно. Вот что у нас получилось. Я конкретно облажался с пропорциями в плечах. Поэтому да, с этим трафаретом я еще не закончил. Что-то все это время здесь стоял, четко вообще нормально. Меня будут эксплуатировать. Тоже верно. Парень зажигал это с огненными волосами. Короче, я хочу продублировать эту работу, но только уже на нормальной стеночке. И потратить на нее должное количество времени. Без спешки, с толком, с расстановкой. И если вы не хотите это пропустить, то обязательно кликайте колокольчик. Лайк и коммент от тебя для меня будет самым лучшим подгоном. Кстати, эту работу я слил в инсту еще задолго до видоса. Так что за инсайдами и спойлерами туда. Благодарю всех за просмотр. До новых встреч.